Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне «Шкода Рапид» 2014 года выпуска с бензиновым двигателем 1,2 литра. Механический коробка передач, пробег на автомобиле 109 тысяч километров. Клиент приехал к нам в технический центр заменить резину. Зимние демонтировать и летние установить. Мы сняли колеса. Резина на дисках, ну и при демонтаже передних колес обратили внимание на износ тормозных дисков. Видите, в каком плачевном состоянии. Ну, говорить, что они в максимальном износе, это даже, наверное, не так, неправильно будет сказано. Хоть толщина диска еще есть, но само состояние дисков тормозных — это просто плачевное состояние. Поэтому мы сейчас производим замену передних тормозных дисков вместе с колодками. Выполнили чистку и смазку на тормозных скобах. Ну и после установки, соответственно, еще проверим саму сборку. Колодочки на 50%, где-то даже чуть больше износа, но при замене тормозных дисков старые колодки не устанавливаются. Будем устанавливать новые. Старые все запчасти предоставим клиенту, чтобы он не было у него сомнений в том, что мы выполнили замену. Ну и, соответственно, покажем ему, какой износ тормозных дисков. При таком износе эффективность торможения минимальная. На весь объем работ мы потратим 3,5 часа, и сумма ремонта составит 4110 рублей. Мы несем полную материальную ответственность за все свои рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. Гарантия на наши работы 24 месяца. Спасибо за внимание, удачи на дороге.